Добрый день! Сегодня 20 июня, у нас понедельник, и на вторник-среду мы должны выбрать процессик, который будем делать. В прошлый раз у нас был тигр, мы его благополучно сделали, а в этот раз у нас получается три. И раз, два, три. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. И у нас очень даже удачно выпадают котята. Котята от Лу. Но мы вытащим из ужаса Аркхема какую-нибудь карту и посмотрим, что она нам скажет. Врожденный удача. Ага. Везучесть. Карта везучести. На ней нет ни одной цифры. Хорошо. За цифрами мы обратимся к игре «Спящие королевы». Кстати, всем рекомендую. Очень интересная игра. Можно играть и детям, и взрослым. Придумала ее одна семья. Тут написано, как сыграть, всегда можно найти в правилах, а можно на ютубе посмотреть. Занятная игрушечка, не скучная, не напряженная, веселая. Посмотрим, сколько нам выпадет. 10. Королева подсолнухов. Ну, для котят подсолнухи самое то деревенское подходит. 10. Ну, по-всякому можем растолковать. Можем сказать, что это 1000 стежочков. Ха-ха-ха. Хорошо. Секундочку. Вот в таком виде наши котята. Я их попыталась перетянуть на квадратные нурги, но тут, поскольку запаса вообще нет, кусочек ткани небольшой, то уж не получилось у меня ничего натянуть. Попробую. Хотелось мне видеть всю в периметре, но не знаю, смогу ли я так вышивать с такой натяжкой. А лазить опять пяльцами вот по этим кусочкам что-то тоже не хочется. Ладно, посмотрим. Ну, пока. Тут я хочу показать, как выглядит схема целиком, схема Лукаса на вот этих вот больших листах. Это я к тому, что по выбору у меня там не оказалось никаких указаний насчет цифр. И, короче, этот шарик и ролики оказались умнее, чем я. Потому что какие могут быть указания по цифрам, если вот так вот дело обстоит. Нету подсчета, это никак не сделать. Поэтому я решила, что да, надо быть повнимательнее. Здесь считать стежки я никак не могу. Поэтому буду вышивать сколько получится. Это вот превью, что ли, размера, чтобы понятно было. Видите, да, что творится? Как так? Лежите там, завтракай, таблетки пей. Хорошо, что я сказала. Скажи. Да, хорошо, что сказала. Я даже не знаю, давно ли он так стоит. Ого! Нифига себе! Ну вот, задание выполнено. Котяток повышивала. Второго и третьего котеночка.
заполнила. По количеству стежков, может, оно и немного, но по значимости важно. Так что все.